Ну что я могу сказать, друг мой бородач, ты охуенно прав. Двое ключей гораздо лучше, чем одни. Поэтому сегодня вечером тебя ждет супер. Супер. Я тебе обещаю это. Он у тебя будет, родной. И сейчас мы лучше обговорим вопрос, как хорошо быть промышленным альпинистом при наличии веревки и всего подручного. Вот в эту самую дырочку мне сейчас нужно каким-то чудом, блять, продеть эту веревку. Если этого не сделаю, будет гораздо хуёвей. Как хотелось, не вышло. Поэтому идем другим путем. Уходим отсюда и переходим на другую комнату. Поскольку парень я легкий, килограмм около 110-115, кровать для нас не вариант. Поэтому мы веревку прокидываем буквально из окна и буквально через балкон. То бишь у нас опора будет, дай бог каждому такую в жизни. Поехали. Конструкция почти закончена. Не хватает нескольких мелочей. С такой связкой, я думаю, вполне можно сделать то, чего сейчас требует от нас ордена. Кстати, весь сырбор из-за того, что сегодня день зарплаты. Я собирался в 10 часов идти поздравлять своего товарища дядю Мишу с его замечательным днем бракосочетания с супругой Катериной. Но как-то все так не срослось, я сдался дома, конкретно порядочно. Вот что из этого получилось. И, кстати, привет тому, кто будет монтировать это видео. Это будет та самая сволочь, которая меня сейчас вот к этому ко всему сподвигла. Сейчас все покажу, все объясню, в принципе, все просто. Вот, друг мой Кость, что мне не хотелось сказать на первом страшном своего письма? Хотел бы мне сказать следующее, Кость. Ты мудак. Ты это знаешь прекрасно. Хороший человек, ты мудак. Причем это уже было, блядь, доказано не раз, не два. Не понимаю, почему в этот раз вот так очень прикольно у нас получается. Для того, чтобы снять нагрузку, хотя бы минимальную, у нас тут косяки, окна, проемы дверные. В общем, все это дело можно вырвать веревкой. То есть веревки здесь много. Веревку пустил специально вдвое, потому как что-то ничего не порвать. Но при этом, при всем, страханулся, уж извините, чисто карабинами, потому что их целое море, а времени особо нету. Но там крюк есть у нас железный, я не знаю, как он выдержит, но заодно, собственно, я пробую, как подобные крюки удерживают все это блядство. Ну все, ребят, мне пора. Если что-то оборвется или лопнет, бородач, сука, все из-за тебя.